Ленинградский мост испытали на прочность. Для этого инженеры дали максимальную нагрузку на опоры и следили за показаниями датчиков. Мосту, объясняют в городской администрации, уже больше 60 лет, и его надежность вызывает сомнения. Движение по проспекту Победы перекрыто. На мост по одному заезжают 8 грузовиков с землей, в каждом по 25 тонн. На мосту установлены датчики, они измеряют прогиб балок, колебания конструкции и общую нагрузку на мост. Испытания проводят специалисты из Омска. Это и гидроизоляция, это, безусловно, ремонт по поверхности, то есть асфальтобетона, который идет сверху. Это работа и по трамвайным путям. Ну, то есть вот такие меры, они будут приняты в любом варианте. Испытания помогли ответить на главный вопрос. Угрозы обрушения нет. Мост не в аварийном состоянии, однако окончательные выводы о состоянии конструкции эксперты смогут озвучить только 20 июня. Вместе с рекомендациями, какие работы нужны для укрепления конструкции. На основе этих выводов будет решаться, нужен ли мосту частичный ремонт или его необходимо полностью закрыть для реконструкции на срок от 3 до 8 месяцев.